на «Дожде». Блогер-иллюстратор сравнивает Алексея Кудрина с Монной Лизой. Он ставит рядом фотографии бывшего министра финансов и портрет Джоконды. В комментариях пользователи восторгаются сравнением. Вот очков у Монны Лизы нет. Не доработал да Винчи. Что-то есть неуловимо похожее. Блог о канцтоварах «Я скрепка» опубликовал фотоотчет о необычном наборе канцелярских принадлежностей из бетона «Реконстракшн». Сделанные из бетона степлер, калькулятор, диспенсер для скотча и подставка для ручек наделены еще и забавной функциональностью. Как пишется в этом блоге, степлер помимо обычного сшивания создаст еще и отличный знак, который останется на бумаге. При нажатии на кнопки калькулятора проигрывается определенный звук. После подсчета можно прослушать всю мелодию расчета, а диспенсер для скотча напомнит о необходимости перерыва. Дмитрий Гудков представляет собственное расследование, посвященное автомобилям VIP-чиновников. Шокирующие фотографии прилагаются. «Впервые публикуем список», — пишет Гудков, — «более 1000 авто люксовых новинок автопрома, которые скупают чиновники под прикрытием разных организаций и их стоимость. Мы решили выяснить, кто покупает немыслимо дорогие машины и в каком количестве».